Мажилис узаконил использование интернета Starlink от компании Илона Маска. Соответствующий законопроект в двух чтениях сегодня приняли депутаты. В стране намерены внедрить пилот, с помощью которого и будут регулировать применение таких технологий связи. Это позволит обеспечить интернетом школы и больницы в отдаленных селах страны. Проект рассчитан на 2 года. Кроме того, интернет станет доступным и на магистралях республики. Этого вдоль дорог будут прокладываться волоконно-оптические линии связи. Интернет вдоль дорог станет обязательной частью дорожных проектов всех. То есть, если дорога строится, значит, вдоль нее в обязательном порядке должен быть проложен интернет. Что это значит? Это значит, что все поселки возле магистрали, значит, дорожные, они, соответственно, получат вот эту последнюю милю, то есть к магистрали можно будет чинить там 1-2-5 километров провести последний вот этот вот участок, и, в принципе, будет доступ к высокоскоростному интернету. Еще один момент – это то, что мы на сегодняшний день наделяем акиматы правом строить антенно-мачтовые сооружения, брать их на баланс и, соответственно, предоставлять равный доступ к этой инфраструктуре.